и подаем виды, что мы голодные. Мы красавчики. Мы гордые. А то яд пулады. Лемя просыпается, к сожалению, без мамонта. Ну, нафиг, не буду я больше играть. Скажи, кто мафия? Я не могу, я ведущий. Вы где были? Просто прогуливались. 2 года. Я вам сколько раз говорю. Наше племя не должно охотиться. Еда закончилась, идем грабить соседнее племя. Обратно приходим, ничего не делаем, еда закончилась, опять грабим. Видишь, как красиво ты. Теперь, пожалуйста, запомни меня тут вот так. О, нет, 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 забудь, забудь. Перезапомни, пожалуйста, вот так вот перезапомни. Вождь, у нас беда. Что случилось? Они исчезли. Теперь мы все умрем. Кто исчез? Кто? Ну, племя рабочих. Что мы им плохого сделали? Мы грабим сутки через 2. Ну, это понятно. А что плохого сделали-то, а? Надо найти племя рабочих. И на поиски мы отправляем вас. А вы думаете, почему именно вас? Да нет, мы вообще не думаем. А где ваше племя? У моего племени эти дни. Помощь, нога, лицо. Вот это и есть новое племя, которых мы будем грабить. С этого дня половину еды будете отдавать нам. А вообще, ты сам как спасся? Ну, когда нападали на наше племя, я далеко в степи был. Что там делал? Сексом занимался. Получается, еще кто-то спасся? Нет, я один был. Нежно с рукава, one love.